Привет! Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем обзоре у меня будет вот такое двухфазное средство от компании Люмине, от косметической компании финской Люмине. Наверняка многие знакомы уже и слышали. Так вот, после ребрендинга компании новинки, которые я с удовольствием тестирую. И сегодняшнее средство – это двухфазное средство для снятия стойкого и водостойкого макияжа с глаз и губ. Причем вот такая голубенькая, флакончик такой голубенький флакончик. У меня объем 200 миллилитров. Так, вот он. 200 миллилитров, выпускается в трех объемах 50 миллилитров. На сегодняшний день на сайте lumine.ru цена 299 рублей 50 миллилитров, 100 миллилитров 489 рублей, и у меня 200 миллилитров это 589 рублей. Те, кто со мной давно знакомы, они знают, что я люблю двухфазные средства, я пользуюсь ими постоянно и всегда покупаю для снятия макияжа с глаз. Я покупаю двухфазные средства на масляной основе. Мне нравится, как она обволакивает и без того у нас сухую кожу вокруг глаз, тем более возрастную кожу, то я очень люблю двухфазные средства. Это дополнительное увлажнение за счет этого масла питания, но и не пересушивают. Самое главное, не пересушивают вот в эту область вокруг глаз. Так вот, я разные средства всегда тестирую, и тяжелый люкс, такие бренды, и доступные вот такие в среднем ценовом сегменте. И вот как раз у меня на сегодняшний день это вот Люмине попалось мне. Вот столечко на сегодняшний день я уже использовала каждый день. И что мне нравится, вот она двухфазная, видите, переливается вот так вот, тяжелая, масляничная текстура. Что в ней интересно? Итак, в ней содержится родниковая черничная вода. Да, черничная вода и масло черники, которые бережно ухаживают за кожей вокруг глаз, не дают ей пересыхать, ухаживают за ресницами. Ну и, конечно же, прекрасно снимают демакияж, да, делают вот стойкий макияж, водостойкий макияж, она прекрасно смывает. Подходит для всех возрастов и для любого типа кожи, для любого, причем даже для чувствительных. Это уж точно. Посмотрите тест-драйв, который будет после вот этого представления. Я вам покажу, как я снимаю и какие мои ощущения после испробования вот этого средства, двухфазного средства для снятия макияжа, глаз. Итак, а самое интересное, фишка, это средство не требует смывания. Вот это, когда я прочитала, для меня было открытием, потому что обычно все двухфазные средства нужно смывать с глаз. Это нет. Написано у производителя, на сайте написано, что это средство не требует смывания. То есть вот оно настолько бережно ухаживает за деликатной нашей кожей вокруг глаз. Поэтому, девчата, смотрим тест-драйв. Оставляйте, как всегда, свои комментарии после видео. Что понравилось, возможно, вы уже попробовали это средство. Если интересно больше узнать о средствах финской компании Люмине, я могу больше рассказать, почему какое-то время Люмине не было на рынке, а потом она вновь пришло и уже, то есть она полностью поменяла все свои составы. Если интересно, пишите в видео, интересно узнать подробности об этой компании. Я с удовольствием расскажу вам и расскажу, почему на сегодняшний день компания Люмине, она в другом ценовом сегменте, в другой вообще области и чем она отличается. Поэтому жду ваших комментариев. Если интересно, я подготовлю дополнительное видео. У меня уже много продуктов из этой серии. Я потихонечку вам буду рассказывать, а сегодня вот я решила все-таки разнообразить и начать с двухфазного средства для снятия макияжа. Итак, тест-драйв следующий.
До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь моим видео. Пока-пока. Будьте красивы. Итак, беру средство для снятия водостойкого макияжа с глаз и губ от фирмы Люмине. У меня большой флакон, 200 мл. Встряхиваю. И вот они, мои любимые пузыречки, пузырьки, которые есть вот эта вот двухфазная жидкость. Я очень люблю двухфазные жидкости для снятия макияжа с глаз. Итак, прикладываем. Сейчас мы с вами посмотрим, как работает это средство. Вот я приложила. И давайте посчитаем. Жду. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, думаю, достаточно. Вот. Вот что у меня сейчас на глазах. На диске, вернее. Ну, и если мы вот так вот аккуратненько. У меня на самом деле стойкие тени, и причем тени нанесены на подложку. То есть у меня там карандаш, как для Smoky Eyes. Делаем когда. И вот такая вот красота получается. Хорошо, абсолютно хорошо снимает макияж с глаз. Действительно стойкий макияж с глаз. И на втором то же самое. Раз, два, три, четыре, пять. И тен-тен-тен-тен, так вот потрогали, пошевелили. Сверху вниз, не растягивая кожицу возле глаз. И вот все, сейчас вот это почищу чуть-чуть. Видите, одним движением. И что самое хорошее, попадая на слизистую глаза, она не щипит и не разъедает, как многие вот двухфазные средства. То есть теперь тоже мой любимый must-have, скажем так. Ну, любимое средство. Одно из любимых средств будет для демакияжа глаз. Итак, мы его проверили. Прекрасно снимает. Двухфазочка. Рекомендуем.